Ребятушки, привет! С вами мистер Адлер, и сегодня мы с тобой опять продолжаем игрушку под названием Свет. Свет, и у нас будет глава 5. Глава 5, и мы будем проходить дальше, посмотрим сознание, что у нас есть, что мы успели пройти, что не успели пройти, и поэтому мы будем заканчивать эту игрушку, потому что здесь всего лишь 6 глав. Итак, глава 5. Рассудок. Какой-то черепок уже наклеенный. Окей, мы спустились в какую-то задницу. Так, у меня странное чувство, что как будто что-то и кто-то идет за мной. Я время от времени слышу детский голос, от которого мне не по себе. Может, я потерял рассудок? За время пребывания здесь я уже и не знаю. По пути к центральной рубке я наткнулся на странных тварей. Они не похожи на подопытных людей, на которых мы испытывали вакцину. Они были похожи на порождение ада, как будто люди сами нанесли себе увечья. Повсюду разбросаны отрезанные человечьи головы. Странно это. Да, это немножечко странновато. Это немножечко странновато, что сами себе поотрезали, поотрубали. И... Я здесь был. Я не удивлюсь, если мы в пятой главе вернемся, так сказать, к истокам этой игры. Я все больше и больше осознаю, что девочку, которую я спас, идет за мной. Это кажется полным бредом. Но это так. Я больше чем уверен, что видел ее. Она общалась с этими тварями, а они ее не трогали. Боже, что же это происходит? Надо взять себя в руки. Но я кое-что заметил, что эти существа теряют почти всю активность на холоде. И в такие моменты можно аккуратно пройти мимо них, не на небольшом расстоянии. Но если наткнуться на это в теплом месте, оно способно вмиг уничтожить тебя. Если вы начинаете слышать детский звон, это плохой знак. Бегите до тех пор, пока нет. Пока он не пропадет. Так, если вы слышите детский звон. Так, ясно. Значит, как только детский звон, так, соответственно, надо бежать. Если вы начинаете слышать детский звон, то мы бежим, сломя голову. Да, именно так мы и делаем. Так, хорош. Можно как-то... Ой, глюк. Глюк это по-нашему. Глюк это все наш. Хорошо. Ладно. Фонарик. Вот и какая красота, смотри. Ой. Ой, красотень. Да. Ух ты. Это вот эти твари, да? Ух ты, бляха. Ну-ка еще раз высунь язычок. Высунь, не стесняйся. Ладно. Забавный, говорит, такой тупец. Чё тут? Я не знаю, уже смогу ли я добраться до рубки, я не могу выдержать этот кошмар. Как будто кто-то залез в мой мозг и говорит мне разные плохие вещи. Мне с трудом получается держать себя в руках. Это странная песня. Тили-тили-бом. Не выходит у меня из головы. Она прокручивается опять и опять. Надо собраться с мыслями и идти к системе активации дверей. Затем активировать в нужной последовательности компьютера. Тогда я открою на втором этаже проход в рубку. Моя голова. Так, хорошо, надо пробраться с мыслями, собраться, это понятно. Затем нужно последовательность компьютера. Затем активировать нужную последовательность компьютера. Окей. И тогда на втором этаже откроется рубка. Я понял. Хорошо, ладно. Так, откуда мы пришли? Мы, по-моему, отсюда пришли, да? Да, тут этот дятел стоит. Окей. Это второй этаж. Мне надо на первом этаже включить компьютеры. Тихо. Зачем так пугать-то, мать вашу? Да, вот тут немножко сигнал. Сигнал маленько бывает. Так, походу надо бежать. Да, надо бежать. Они предупреждали, если девочку видишь, значит жопа. Компьютеры. Вот, на холоде. Этим тварям пипец должен быть. Окей, хорошо, здесь холод. Холод это хорошо. Надо включить компьютер в последовательности. Что-то написано.
Времени почти нет, скоро все начнется. Осталось меньше 6 часов. Голова просто раскалывается от боли. Руки, ноги немеют. Надо вспоминать. Вспомнить, как активировать дверь, а голова раскалывается. Так, первый пульт отвечает за подачу воздуха. Второй, кто это идет? Так, после активации пульта надо запустить главный компьютер. Опять, кто здесь? Нет, нет, нет. Чувак, тебя штырит нереально. Так, первый это что? Еще раз, первый пульт отвечает за подачу воздуха. Так, после активации пульта надо запустить главный компьютер. Первый пульт. Первый пульт, хорошо, ладно, я понял. Первый пульт, нужен первый пульт. А который из них первый, который второй? Так, ладно. Первый пульт, ну допустим. Это не первый. Это не первый. Ага, это первый. Это первый. После этого надо подойти к компьютеру. Хорошо. Что дальше? Это второй. Что сделалось? Что произошло? Потом, походу, надо идти на второй этаж. Надо идти на второй этаж. Я начал не понимать записки. Записки — это подсказки. Вот тебе демон. Было сказано, если на холоде, то ты можешь пройти типа незамеченным. Хорошо. Ладно, тоже работает, тоже работает. Окей. Здравствуйте. Как там болтается на башке? На коле висит. Бывает, бывает. Тихо, хорош, хорош. Так, где второй этаж? Где второй этаж? Второй этаж. Я потерялся. Потерялся я. Бляха. Зачем так пугать-то? Так, где-то здесь был второй этаж. Подожди. Второй этаж, второй этаж, второй этаж. Где девка? Девка, девка. А вот второй этаж. Хорош. Вот здесь второй этаж. Да хорош ты, бляха! Сука, напугал. Бляха, вот это напугал. Вот это серьезно напугал. Тут я сиканул еще разок. Сучка какая. Это хорошо. Вы все сегодня умрете. Так, бежать, бежать, надо бежать, 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 пока не стихнет звук. Хорош, звук стих. Так, хорошо, вроде все работает, по инструкции все работает. Так, здесь второй этаж должен быть. Так, тихо. Бляха, у меня сердце колотится. Это жесть. Ну-ка. Что написано? Мне ничего не написано. Ничего не написано. Вы все сегодня умрете. Да, тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо вот сюда. Да, блях, вот ты должна вот здесь вот замереть. Да. Бляха. Вы все еще живы? Вы все еще живы? Глава 5. Вот это была глава 5. Ой, ребятки. Ну что, раз уж такая пьянка, пойдем уже до 6 главы. Потому что, в принципе, все это было очень быстро. Я даже не ожидал, что так будет быстро. Ну, давайте все-таки продолжим. Я думаю, что почему бы нет, давайте завершим сегодня с этой главы. Глава 6. Сознание. Сознание. Действительно, что еще нужно? Только сознание. Сознание. Так, главное записки. Записки главное читать. Ребятки, в этой игре главное читать записки. Так, это какая-то чертовщина. Глаза и разум отказываются верить. Ребенок, которого я спас, превратился в нечто. Я еле скрылся от нее. Теперь я понимаю, что видел в ее взгляде. Но это просто невозможно. Как программа защиты бункера может управлять человеком? Странно, хотя многое объясняет. И мои головные боли, и то, почему эти твари ее не трогали. Я привел в бункер исчадие ада. Но раз эта программа, значит, ее можно отключить. Если это программа, значит, ее можно отключить. Где-то на этом уровне есть панель, которая отключает реактор. Надо найти ее и активировать реактор. Так, надо найти ее и активировать. Реактор от перегрузки должен взорваться. Надеюсь, это сможет остановить эту тварь. Сучку эту, вот тварь, вот по-другому слов нету.
Бесит меня эта девочка. Уже два раза фикнул. Так, надо найти и активировать. Так, подожди. Где-то на этом уровне есть панель. Окей. Значит, на этом уровне просто есть панель. Хорошо. Все это, в принципе, понятненько. Понятненько. И на этом уровне должен быть панель. Так, панель. И желательно без тварей. Да, желательно без тварей. Давай почитаем. Это все было напрасно. Все, все. Я сказал все. Моя голова, этот голос. Кто я? Что я? Где мой пистолет? А, вот он. Ха-ха-ха. Этому надо положить конец. Это должно закончиться. Я тебе не достанусь. Вот. Он, походу, застрелился. Застрелился, да? Нет, не застрелился. А в кого ты стреляешь? Мужчина, в кого ты стреляешь? Можно узнать? Бляха, нагнетает. Так, здравствуй, ты, наверное, удивлен и растерян. Пройти такой долгий путь и при этом остаться еще в живых – это поступок сильного человека. Но глупого. Я дам тебе еще один шанс, если ты не хочешь закончить, как остальные. Ты удивлен. Да, были еще такие, как ты. Теперь они все покоятся в этом бункере. Но я дам тебе последний шанс. Найди работающие сервера. Активировав панель управления, ты откроешь выход из этого места. И сможешь вернуться к своей жалкой жизни, как и раньше. Как мило. Я обещаю не трогать тебя, но вот мои дети, они давно не ели вкусного, сочного мяса. Удачи, говорит тебе. Тебя сравнили со сладким, со стейком. Ты, так сказать, мясцо для них. Но у тебя есть шанс. У тебя есть шанс, чтобы тебе это сделать. Тебе надо найти работающие сервера и активировать панель управления. Ты откроешь выход из этого места. Ясно, надо найти работающие сервера. Все, ребятки, ищем работающие сервера. Работающие сервера при выключенном фонарике, потому что у нас, к сожалению, сейчас сдохнет батарейка на фонарике. На телефоне, слава богу, нет. Но на... Так, подожди, я пришел... Отседа, да? Нет, подожди, откуда я пришел? Так, я пришел, эту записку прочитал. Бля, тут темно, как книга. Блин, темно, серьезно. Чувствую, тут все будет не так просто. Потому что здесь найти рабочие сервера, это среди серверов найти сервера, которые работают. Надо их активировать. И я так понимаю, что это все на время. На время, да. Ну, в любом случае, мы тогда их все не активируем. По-любому, что мы не можем, не можем. Можем, мы сейчас так и сделаем, мы их активируем. Вопрос, как выглядит сам сервак, который надо активировать. Я полагаю, что какой-то из этих серваков должен быть рабочий. Да? Так, нет. Бляха, их тут дохерище, серьезно. Был... Это все было направо. Ну да, это он говорил, это выстрел, бла-бла-бла. Так, хорошо, ладно. Я прошел сюда и не спускался вниз. Давай спустимся вниз. Здравствуй. Голова, два уха. Так, ты будешь набрасываться на меня? Я надеюсь, что нет. Походу будет. Но тело прекращай, серьезно. Но ты портишь всю малину. Правда, медленно, как этот самый. Хрен с тобой, я тебя обману. Давай, иди сюда. Иди сюда, тело. Я так понимаю, ты сейчас будешь всю игру за мной ходить, да? Давай, давай, иди сюда. Ковыляй уже. Все, вдох, нет? Ну, ладно, ты там должен застрять, в теории. И я очень надеюсь, что там это и сделаешь. Нехрен тебе за мной шастать. Недостоин ты. Так, рабочие сервера. Их надо найти. Вопрос, насколько, как они... Хорош. Так, что-то сейчас произошло. Рабочие сервера. Здравствуйте. Подождите, вас не звали вообще-то. Тебя не звали, чучело.
Так, рабочие сервера. Где рабочие сервера? Где это чучело? А, оно спустилось все-таки. Ну да, это чучело спустилось, и я чувствую, что проблема сейчас будет в том, что фонарик начнет вздыхать. Так, я здесь был. Я здесь был. Пойдем наверх. И здесь, по-моему, было еще одно чучело. Так, это та самая записка? Удачи тебе. Да, это та самая записка. Это та самая записка. А это значит, что? Правильно, что мы идем не туда. Так, это не ты, это не ты. Не ты, не ты. Хорошо, ладно. Значит, здесь, по сути, ничего сложного ты не должен... А, ну, как тебе сказать, сложного не должно быть. Вообще не должно быть. Я думаю, что я по кругу хожу. По-любому, какой-то сервак должен быть рабочий. Ты какого хера тут взялся? Папандополос, алло. Блин, он дурачок, конечно. Очень долго он шастает. Прям бесит, на самом деле. Ну, его и не обойти никак. Ай, ладно, отбегу его и все. Шум в пень. Серьезно, ну ударил, ударил, хрен с ним, ничего страшного не случилось. Мне только мешает, на самом деле. Так, рабочие серваки где? Который из них рабочий? И где он включается? Надеюсь, не сбоку где-нибудь? Да их тут до хрена. Серьезно. Их тут реально до херища. Иди разбери, какой из них рабочий. И где он вообще включается? Блин, беда. Еще бы ориентироваться на карте было вообще замечательно. А, ну здесь тупик. Подожди-ка, здесь тупик. Соответственно, здесь рабочих серваков нет. Ладно. На всякий случай проверю. Я просто проверю, что их нету. Точно нету. Потому что все активируется достаточно просто. Сейчас мне надо найти рабочие серваки. Блин, а где они включаются? Еще хороший вопрос. Ладно, здесь я был. Это вот это чучело. Пойду-ка сюда. Блин, тут лабиринты. Хер угадаешь, куда идти. Тихо. Я надеюсь, вам, ребятушки, не так темно, как мне. Так, подожди, отсюда я пришел, да? Да, отсюда я пришел. Значит, смотри. Значит, я зашел, пошел направо. Сейчас мы пойдем налево. Подожди-ка. Включи свет. Не, ну они не рабочие. Это не рабочие. Все. Да, это чмошка пришла. Чмошка это пришла. Глава 6. Сознание. Сознание, мать его. Ой, чайку надо выпить всегда. Главное выпить чайку. Все, ладно, хорош. Я понял, куда мне надо идти. Надо налево, 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 все время налево, держаться левее. Потом идти вниз, 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 прямо до конца. Направо до конца. Тут налево. До конца, до конца, до конца. И тут налево. Сейчас будет дверь. Потом будет направо и будет сервак. Хорошо, это панель. Хорошо, панель понятна. Панель я... А я не активировал ее. Надо найти работающие сервера, да? Подожди-ка. Подожди-ка. Надо найти рабочие серваки.
Дай-ка я зайду сюда еще. Еще я сюда не заходил. Делов-то! Надо было панели... Две панели надо было активировать. Воу-воу-воу, здравствуй, девочка. Свет. Только пройди, пройдя тьму, ты можешь увидеть свет. Вот такая вот игрушка, вот такой вот конец, вот, вот такой вот у нас свет. Вот и все, ребятушки, вот и все. Все достаточно просто, быстро и без всяких проблем. Хорошо. Игрушка прикольная, игрушку можно скачать на Google Play, ссылочка будет на, в описании. Также можно посмотреть ссылку на плейлист на все прохождение тоже в описании. А ты это, если досмотрел до конца, то подписывайся на канал, ставь лайк, комментируй. Заходи обязательно в наш паблик Twitter и Facebook. Все эти ссылочки будут у нас в описании. Поэтому не пропадай. И до встречи в следующих сериях. А пока. Пока.